Эй! Встречайте! Здорово! Привет! Как добрался? Привет! Привет! Ой-ой-ой! What's up, y'all? This is Igor Russia, and I'm in my place where my family has originated. This is Семилуки in Воронежской области. Воронежская область? Воронежская, конечно. Воронежский, Воронеж область. Ты же видишь Воронеж вот с этого памятника, на самом деле, yep. Оттуда. And in this video we're gonna check out my hood, Семилуки, with my real cousin, Сергей. And then we're gonna check out the place to be in Семилуки, how's life here, and guided by real local and my cousin, Серёжа. So guys, join the chat, join the commentary, subscribe, push like, and of course support the channel with a donation, and see you in Семилуки. Feeding dogs in Семилуки, guys. Guys, this is a real provincial Russia. Россия. This is, I feel like I'm returning home, even though I'm not from Семилуки. So this is Heroes Alley. Oh. And check, this place is known for huge falls. Just check it out. Wow. Поля уже убраны. Welcome everybody. Дом очень тутузкий. У него все... А это пьянь наше место. Have talks about war. The men are at war. Такой провинциальный разговор о главном. Корги is the most popular dog. В Семилуках просто у каждого второго, если идет собака, это корги будет. His friends, semi-friends, looked at me like sideways, bad. Kind of disrespected him. Local brewery. Почему в таком месте? О, надо опасаться. А это очень часто у нас возле домов просто делают. Какой-то самоубийца, блин. Ты чё, идёшь? Он боится? Или он добрый? Он добрый. Эй, френд. А их же мать все время кормит, поэтому он, видишь, он меня да? Узнает, видишь, он хвостом виляет. Поэтому он думает, что я ему что-то дам покушать. Как его зовут? Не знаю, этого не знаю. Зовут. Эй, погладить нельзя, укусить? Может, а этот будет, он будет бояться, тут же да? Тоже люди, тут многие их шугают, потому что не нравится, что они ходят. О, толком. Хорош. Он сейчас один, а то сюда. Он, видишь, боится, я говорю. Да. Вот Бетховен, он тут подойдет, будет лосниться и все такое, а этот так. Ладно, потом, я принесу потом. Знаю, просто, их просто много, это знаешь, какие вот... Часто собак ты встречаешь, ты уже знаешь, как они реагируют. Но этот тоже тут все время тусуется. Вот это для собак сделано? Это для собак, но у нас все время закрыто, видишь, зарощено. This is for the dogs. Вообще ничего не предусмотрено. Вот это вот какого-то... Dog park. О, вот! А вот этот хороший, смотри. Малыш! Малыш, малыш, малыш! Иди сюда. И второй, и второй. Иди сюда, хороший. Иди. Правда, девочка, но ее все называют на малышом. Смотри. Ой, хромает, что ли? Иди сюда, иди, он такой сам по себе. Ты видишь, да. Клится, что он сделан. Да. У него. Тебя покормить? Будешь кушать? Тот тоже хочет. Да мы сейчас с тобой подадим. Пойдем на асфальт. Пойдешь? Ко мне пойдем. Идешь? Это добрый. Ты ему можешь пожить. Они оба, они, кажется, родственники. Да не, они в разное время. Эй. Этот тоже меня лизнул. Малыш, ну продает девочку. Малыш. Эй. Он спал. Эй, себя пущусь, не будет об этом? Нет, нет, он ждет, видишь, он уже знает, что я кормлю периодически. Где твой друг Бетховен? Feeding dogs in Семилуки, guys. Guys, this is a real provincial Russia. Россия. А тут тоже получил, да? Да, тут вот съел. Nice one. Эй. А чесать тебе нравится. Он типа лоска. Ха-ха-ха-ха-ой-ой. Стой. А смотри, как он еще делает, смотри. Покажи, как ты пугаешь меня.
не было вот этого парка. Его сделали вот буквально пару лет назад. Но, ну, уже много, знаешь, из рода были люди такие у нас встречаются. So people break stuff over here. Вон, посмотри, какие гамачки типа сделаны, видишь? Ага. Клёво. This is, I feel like I'm returning home, even though I'm not from Семилуки. А ночью тут включается, да? Включается, но вот это вот уже центральное не горит. Ага. И вот столбики, они горят, они подсвечивают. Ну. Дорогу. Это уже вот она, да? Это уже это? Это да, если мы или она дальше? Мы на памятник, да. So this is Heroes Alley. Не помню такие. Не знаю, что там. Аллея героев, да, это при самолета изначально памятник. Это эскадрилья, которая защищала типа Семилуки, Воронеж от, ну, во время Второй мировой войны. И там будет три самолета в конце, если ты помнишь. This is the Alley of Heroes, and we're gonna see there's a three aeroplane monument, эскадрона, squadron in honor of the squadron who defended Семилуки in the Great Patriotic War, which is Second World War. Это нет, те это же самые одни и те же люди, приблизительно, кто погиб во время защиты, ну, во время Второй мировой войны, кто погиб, защищая. Ну. So this is the main place to be. Это типа самое любимое место людей. Ну, тут, в верхней части города, да, это одно из таких центральных мест. For the, to the north of the city, this is the main place to be. Even I remember it from the 90s. С 90-х это, помню. She's praying. There's a church nearby, newly built. Ну, обновленный. Да, обновленный, да. Со старых фотографий сделано. Да. Если бы в мае было бы, тут было бы много майских жуков, вот таких вот, вот прям здоровых, да. Some beetles here. Носороги, типа жуки, олени. During May, got big, big beetles. Beetles is here. У вас тут много пиц. You have many pizzas. Просто пиццерия рядом. Да. Скоро пицца уже, посмотрел. Скоро пицца, да. Вот подзарядить там розетку прям открываешь, типа, да. Можно, да. Там молодежь часто такие, знаешь, смотришь, стоят они. Как бы вставляют телефоны и заряжают их. Как тут становишься? This is три самолета, three aeroplanes monument. Very popular in the northern of Семилуки. I remember it from... Вверху ты поймешь, сколько. You can count them, there's three of them. And this is a place that is... have lots of memories, so we're gonna go and check it out. And we're gonna see also Воронеж from up top. In the middle is gonna be Don River, река Дон, да. Отсюда будет не особо хорошо видно. Мы сейчас потом пройдемся вот так вот по дорожке, и там будет намного лучше видно. А тут вот это дерево будет все закрывать. Alright, so this is not the best place to see it, but at least it's okay. We'll see a little bit. Oh. Красиво. Сколько раз ты тут бывал уже? Да я каждый день прогуливаюсь. Я, как ты говоришь, ты шаги нахаживаешь. Я тут тоже ну, стараюсь 20 проходить хотя бы. Но я от низа я заканчиваю здесь. Тут тоже ходишь как бы. This is Воронеж, everybody. Сказал, что это Воронеж. Плохо видно. Пойдем вот так вот. Ну тоже хорошо. Не, там будет намного. Трасса, по какой вы ехали, она вот здесь вот проходит. А это мост? И вот, да, вон там он мост. Часть, вот это вот юго-западный район. Видишь, а это вот уже в нижней части города строятся такие дома сейчас у нас. Где Нижний парк? Когда ты был последний раз, да. 30 минут. Да, мы там шли. Не было, да. Когда ты был последний раз. А тут сколько жителей? 30 тысяч, прочитал? 35 где-то. В Воронеже уже больше миллиона. Воронеж 1 миллион, Семилуки 35 тысяч. Догоняете. They're catching up. Не странно, очень мало народу здесь. Да? Да, очень мало, тем более для выходного дня. А тут люди узнают, типа, не местные, я тебя не видел тут.
Отсюда? Знаешь, все, ну, как даже общаешься с кем-то, ты думаешь, там, начинаешь общаться с кем-то, да, ты говоришь, ну, я вижу, что ты там, типа, Семенок там видел где-то тебя, но вот что конкретно там, ты не местный, тебе тут, мне кажется, никто не смотрит, очень много приезжих. Да? Ну ты не темного цвета кожи, поэтому не, поэтому как бы не скажут, что там, там да, больше армян каких-то таких, а местных, да, как бы все равно больше ты. Это официальная какая-то фишка? А это я даже не помню, что это. Check it out. Там просто обрыв был. Да, ну просто во. And check, this place is known for huge falls. Just check it out. It's huge, huge wall. Huge area. Вау! Капец, у вас красиво тут. Вообще, на самом деле, это очень старое. Это Семенское городище. Еще со времен второго монгола оно было. Я понял. Вот, а, да-да. Да, и тут находят даже. So, this place. Просто, если ты обратишь внимание, с исторической точки зрения, очень хорошее местоположение. То есть, внизу река, возвышенность, и у тебя огромное пространство, которое просматривается. Если враг будет проходить, ты его видишь. Mm-hmm. This is a great spot, place for spotting enemies from the south. And here, check it out. Wow, what a view. No. Сейчас пойдем. Вот здесь мусорки даже накиданы. So there's a problem here, not in all of every, in every, not in every city. In Russia, that there's a lot of trash. People throw trash everywhere. Even like next to trash, they're gonna throw it next to it, not inside trash. That's the problem coming from the south of Russia. Вот это вид на Дон. Воронеж. Это как Воронеж. This is the view to the Don. Don River. Центральный район, начало центрального района. Wow. Поля уже убраны. До этого была там пшеница, не знаю, что было. Было красиво, было сначала зелень, потом желтая. Сейчас комбайны убирали буквально до твоего приезда там за неделю до этого. Намного красивее в плане. Ты представляешь, это желтые поля были, вот условно говоря. This is Семилуки, this is Воронеж, this is Don River, River Don. Welcome everybody, push like, subscribe to Igor in Russia. У нас Дон очень тут узкий. Если да? Ты приедешь, да, я заметил. У нас как бы оно уже на спад идет. Воронеж уже тут Дон такой. So it's much more wider at Rostov-on-Don. Here it's like 5 times smaller. And you can have great grill place, шашлык. Там шашлык можно делать, да, шашлык place. Там не. А, вон даже отсюда видно, видишь, машина стоит. Это рыбаки, да. Как правило. Лавочка. Кстати. Ну а тут сама. Это вон еще рыбаки. Сидоров. He's a poet from Семилуки. Дача Башкирцев у нас еще, кстати, есть, где был Кольцов. Кольцов тоже, песни Кольцова, есть такие, знаешь, конфеты. Это тоже писатель mm-hmm. такой был. У него свой... А это пьянь наша местная. Вот они пьют, короче, uh-huh. и это... Ну, типа, he's тут... drinking over there and having fun. Кто не сможет стрелять. Почему? А интернет плохой. Это кажется. У нас многие, допустим, в России, ты говоришь оливки, и они такие, о, оливки, фу, гадость. Потому что у нас люди к другой кухне привыкли. У нас привыкли грибы, там, салаты по типу оливье, квашеная капуста. И для них вот этот вкус, он для, довольно странный. А к любому вкусу надо привыкать. Очень многие там, знаешь, даже ты там называешь какие-то блюда. Нафиг не надо, там, мне жареная картошка, да, сало, да, да. Она пробует. Окрошка, это вот наши вкусы. А там какому-нибудь, условно говоря, европейцу, ты дай окрошку попробовать, он скажет, блин, или гречку, условно гречку, говоря. Гречку, может быть. Да. Окрошка понравится. Русский человек вообще, блин, там у меня там есть там друзья, которые говорят, да я тебе там, чтоб не готовить, я себе там на неделю заготовил, типа, гречки. Ну. И я, допустим, каждый день себе готовлю, но я просто люблю. И я считаю, что там пища, когда как бы должна готовиться каждый, no. ну, свежая быть. So guys, there was a guy who was sitting with his wife smoking, and when a couple of guys, me and Sergey came past, he did this, you know, he was he spit, he gathered some spit and spit it. So Sergey has a
a theory about it. Расскажи, что за теория у тебя. А у меня теория. Мы как сейчас шли, и человек сделал вот так, он посмотрел. Да, я рассказал это. Ты продолжай. Ага. Что он вот так сделал. Типа, это-то он такой воспринимает в качестве конкурентов такое, в качестве самцы, ну, тоже. И он такой пытается самоутвердиться и делает эту... Gorilla instinct. Я не понимаю, для чего это по-другому делается. И мы просто сейчас наблюдали точно такую же ситуацию. Caveman effect. Как это caveman, которая в этой... Не джунгли, а в этом... О, красота. Я бы тебе сказал, не андертальцы, но это не андертальцы. Это кроманьонцы. Ну, типа. Да. A lot of talks about war. The men are at war. Тоже разговоры про войну. Слышал ведь? Мужики на просто... Это очень много разговоров об этом. So here in Семилуки, this is pretty new church. Это когда недавно, 10 лет назад построено, да? Ну нет, лет 15-20. Ну, блин, я когда в школу ходил, ее строили. Ну. Детская площадка, видишь, есть. Да. Чтобы дети остались на улице, если не мешали службе. So that the kids wouldn't bother. Все. Красота. Beautiful church. Это как улица называется? 25 лет октября. 25 years of offer since October. Романтические разговоры в Семилуках. А ты слышал, о чем они разговаривают? Не, я слышал просто мат. Он просто рассказывает. Он говорит, ему просто надо было трезвым ехать. А он говорит, нас просто толпой херили. Что так херили? Избивали? Да. Ну типа, что много народу на них сразу налетело. Такой провинциальный разговор. А главное. Пятерочку что не понял? Нет, мы их воробей там не возьмем. We're gonna grab a special beer. Воробьев? Воробей? Воробей. Воробей beer. Local, местный. Местный пивоварни, да, местный. Local beer brewery. Из Бавары. Ох, как бегает. У нас сейчас самая популярная, на самом деле, собака, это корги. Сейчас полно всех корги. Да. Корги is the most popular dog. В Семилуках или в России? Да, ну, вот в Семилуках просто у каждого второго, если идет собака, это корги будет. Корги is the most popular dog. In Семилуки. Что, шаверма? Это какие-то такие ИПА-АПА. 7%, нет, спасибо. Это знаешь, что это смузи? Знаешь такой сорт? Знаю, смузи? Не, но не хочу. Давай классику. Я не вижу то, что я хотел сделать. В России будет. Не, ну это специальное. Нам надо разливной, да, возьмем? А воробей нет у вас? Давай, пока-пока. Воробей. А, внизу. А, воробей. Это лагерь, типа? Это такой, знаешь, интересный. Попробовать, на самом деле. Просто на этом, Марадонна. Да. Самый какой у вас самый простой, ходовый, хороший, вкусный питки? Жигулевская, наверное. Фильтрованная. А фильтрованная или нет? Да. Фильтрованная. Ага. А попробуй его пробовать, забрели новое пиво. А оно чье? Новинка. Право. 4,5. Нет, ну легкий давай. Типа по вкусу, чтобы нету привкуса и такого. Нет, он без привкуса. Давай 0,5. Литр давайте. Он не местный. А что? Тут такие тары нету, только от литра начинают. Да, видишь? Давай. 0,5 говорит, тебе не раз пробовать. Тут только литр начинали на это. Alright, so Сергей made a guy he kind of knew, and he shake his hand, and I was with him, and I just passed because, well, as a normal European, he didn't talk to him or anything, he just passed by and gave, like, shook his hand. I actually just crossed by. He said his friend, semi-friend, looked at me like sideways, bad, because I actually made a mistake. I kind of disrespected him
I kind of disrespected him because I did not shake his hand. There's a certain unwritten law. If a man shakes and shakes someone's hand and there's a friend of his with him, he must shake the hand of this other guy. And I didn't do it, so I might be in trouble. Будут проблемы? Нет, не будет проблем. Это просто, знаешь, такое, как бы смотрит, что почему он сегодня поздоровался. Да. I tried this, I did not like this. It's a bit rough tasting, but he loves it. This is пивоварня Таркос, local brewery. But I did not like it. It's too IPA-like. And this is much more me. Это вот мое дело, вот. Это я понимаю. А ты еще его не пробовал? Ты, а да, я не заказал этот Жириновский, Жигулевский. Чего не хочешь? This is the park in Семилуки. Русская забава. Да не, всемирные. Все, кто так, знаешь. Любят? Ну да. Новые. Чуваки думают, знают. Показать свою мускулинность. Да.